9 февраля состоится 13-й фестиваль активного семейного отдыха «Зимние забавы в Угличе». Фестивальная площадка вновь развернется на большом снежном поле в левобережной части Углича. В этом году территорию расширили, обновили трассы. Программа традиционно включает соревнования по холодовому плаванию на дистанции 25 метров в разных возрастных категориях, зимний мотокросс – это зрелищные гонки с детским заездом, а также несколькими профессиональными соревнованиями в разных классах. Визитная карточка фестиваля – первый этап Кубка Поволжья по снегоходному спорту среди любителей в дисциплине кросс-кантри. Для болельщиков будут организованы катания на лошадях, собачьих упряжках, бананах, санках-ватрушках и квадроциклах, а также конкурсы и эстафеты. В большой зимней эстафете можно участвовать целыми семьями. Любая заявившаяся команда из 6 человек испытает себя настоящей полосой препятствий из нескольких активных этапов. Взрослые дети пройдутся со скандинавскими палками на надувных лыжах и снегоступах, построят крепость из кубиков сена, устроят бои подушками и соревнования по метанию валенок. С большой горки с двумя склонами гости фестиваля смогут прокатиться на ватрушках и ледянках. Для самых маленьких готовится активная развлекательная программа. На гастрономической ярмарке можно будет полакомиться угощениями, попробовать сбитень от партнера фестиваля «Медовые реки» и выбрать сувенир из Углича. На полевой кухне традиционно сварят гречневую кашу с мясом и уху для участников соревнований по холодовому плаванию. Постоянный партнер фестиваля «Мобильные бани Мобиба» предложит попариться прямо на снежном поле. Желающим нужно подготовиться и захватить банные принадлежности. Традиционно для гостей и зрителей фестиваля организаторы предложат фотоквест. Участникам необходимо иметь при себе мобильный телефон с возможностью фотосъемки. Участник, прошедший фотоквест и загрузивший фотоколлаж в любую из социальных сетей – Facebook, ВКонтакте, Instagram – с двумя хэштегами «Визит Углич» и «Зимние забавы в Угличе» и набравший под своей записью наибольшее количество лайков, получит приз от организаторов и партнеров фестиваля. Фестиваль активного семейного отдыха «Зимние забавы в Угличе» проходит с 2007 года и уже закрепил за собой статус национального события. По данным аналитического агентства «Турстат», «Зимние забавы в Угличе» заняли второе место в десятке лучших праздников и фестивалей зимы 2017-2018 года.